хочу мне сжечь корабль просто. Я такой, о, да, а почему вы не сжечь корабль? И я придумал, что будем делать дальше. Я сам придумал механизм, который воспламенит эту спичку. Подожжет и воспламенит бензин. Это были обычные китайские часы со стрелочками. На стрелочке я накрыл два контакта, которые сомкнулись через полчаса. Российский военный перешел на сторону Украины. Почему это все так предварительно взорвал корабль российский? Потому что меня построил командир и еще двух человек. Я говорю, ну как так? Ну тебе же вот брат объясняет, что туда нельзя попадать. Ну, я не знаю, как это объяснить. После построения в штабе я позвонил матери. Вся ночь, это пример, когда пересменка была в два, тогда корабль ПВО стоял, и произошла пересменка, и на ходовом посту один срочник был, спал, я несколько раз поднимался, проверял ее. Первой неделе. В первый день получилось 3 часа. И все, вот за эту неделю 2 раза на полигоне я уже был. И сначала я пытался считать, сколько раз я выстрелил, а потом я уже сбился с ее. Я уже просто только пострелял уже про подготовку в Украине. За 2 полигона, что... И полигон это еще не все. Тебя везут обратно, выкидывают где-то на дороге, ты идешь через... Легион Свободы России. Тебе как МРК сжёг МРК. Амуниции. Но дойдя до базы, это еще может не закончиться. Ты можешь прийти до базы, тебе скажут копать окоп. И ты копаешь окоп. Опять же, все приближено к боевым действиям. Ну и подумав, я решил типа заключить контракт и самолично перейти там через УБС. Да, контракт с российской армией. Ну, чтобы перейти через фронт. Потому что мне показалось это более подходящий для меня вариант. Все, прошел Новый год. В феврале я пошел в военкомат, записался. За неделю прошел ВВК. Боже мой, я суперздоровый, готов служить. 25-го со мной официально заключили контракт. И 28-го я в гражданке уже был здесь, в Украине. Это заключенные, у которых просто вариантов особо нету. Им хочется обелиться и заработать денег. Некоторые прямо говорили, мне нравится убивать. Это можно делать здесь легально, да еще и за деньги. Почему нет? Кто-то просто говорил, что ну а что мне делать в России? Я вот в стране своей не нужен. Я выйду из тюрьмы, не устроиться на работу, ничего не могу. А тут я могу, если выживу, денег заработать. Амнистию получить. Может, кто-то и думал перейти, но просто не делился этими мыслями. Я тоже ни с кем не делился таким разумением, потому что мало ли кто сдаст. При заключении контракта тебе выплачивали единовременную выплату от вооруженных сил, это 195 тысяч рублей, и еще в нашем регионе была единовременная выплата от губернатора, это 200 тысяч рублей. И потом уже зарплата, соответственно, с занимаемой должностью и тому подобное. У меня зарплата выходила в районе 240 тысяч рублей. Это, если учитывать боевые, то есть примерно так. Так вот, когда я уехал, буквально через этот месяц, появилось предложение, что уже за контракт будет единовременная выплата не 200 тысяч рублей, а уже 500, и где-то до миллиона уже дошло. То есть я продешевил. Скажем так, напрямую, что типа, если ты не пойдешь, пойдет твой брат. Он у тебя как раз не служил. Ну, в общем, мы его засудим туда, где его заставят подписать, и все будет плохо. А типа, давай ты пойдешь на войну, и твоего брата трогать не будут. И, соответственно, я, естественно, пошел сам, потому что уж пускай я, чем мой брат. Он младше, тем более, и так далее. А вы говорите, мы сами. Я не собирался ни в коем случае убивать украинцев, потому что я для себя на тот момент определил так, что... Пускай я буду убитым, но убивать никогда не буду. Потому что уже тогда прошла Буча и так далее. А те зверства, которые они творили, это было непростительно. Вот был бы я там офицером, допустим, я бы, наверное, пристрелил бы всех, если смог. Ну а так, по факту, я уже полностью и государственному аппарату своей страны, и к армии имел полное отвращение. Я начал сотрудничать уже непосредственно с
со своим куратором. Изначально все было просто. Он спрашивал, где я нахожусь, что происходит. Я описывал всю ситуацию, что я попал в новую часть, которая заново формируется, там комплектуется личный состав и так далее. После этого идет комплектование, тренировка их и так далее. И чем ближе мы передвигались к, получается, линии соприкосновения, тем больше информации, соответственно, передавал. Ну, и...